Поехали уже. Добрый день. А что у нас на солнечную засунули? Вы хотите нас первый раз потом обыграть? Потом поменяемся. Да не, он сам стал. Вы хотите, парни, закинули и... Да стоп! Конечно. Да. Все, вставай. Да, он не попадет, он не попадет. Все, конечно! 3-2! Как он запутался, сразу. Зажигайся! Не гнется? Не, это как колено, хотя как цап. Да, да, Тимур, зажигайся. Какой? 6-4? Не сдавайся, Сережа. Не сдавайся, Сережа! Не сдавайся! Сдали, Шум! Да! 6-5. Сколько бис? Времени прошло, пролетело, я бы сказал. Вот, в принципе, адаптировался, да, все хорошо. Осталось еще только дебютировать в официальной игре. Вот, и, в принципе, все будет хорошо. Состояние хорошее, с коллективом ее общий язык нашли, поэтому все отлично. Макс Нинахов, все-таки играли какое-то время в Ахмате, поэтому, наверное, он больше всего и помогал. Есть различия в тренировочном процессе Ахмата и Локомотива? Да, в принципе, тут дело не в клубе, а дело в тренерском штабе. И у каждого тренера свое видение футбола, свои тактики, свои тренировки. Поэтому, конечно, есть отличия. Я там провел 4 года, 4 хороших года. Поэтому я бы не сказал, что он особенный, но, наверное, он стоит выше, чем остальные. Хотелось бы дебютировать там. Хорошая боевая команда. Все ребята бьются до конца, чтобы не случилось. Стараются играть быстрый футбол. Я имею в виду быстрые атаки, контратаки. Поэтому они в этом опасны. Нужно будет очень внимательно следить за этим и предотвращать уже на их половине. В конце то, что подъем был, это смена тренера. Понятно, что когда тренер новый приходит, у футболистов, не знаю, какое-то там окрыление, что ли, случается. Я не знаю почему, но как-то всегда практически подъем случается. Это, наверное, связано со сменой тренера, потому что каждый хочет доказать, что он готов играть. Кто не играл, хочет доказать. Кто играл, хочет также подтвердить то, что он достоин играть. Поэтому концовка, я думаю, что понятно, почему взлетели так, а середина... Даже не могу сказать, в чем причина. Наверное, каждый должен себе поискать причины. С кем-то из команды из Ахмата общаешься? Обсуждали матч предстоящий? Общаюсь, но пока матч еще не обсуждали. Ждут. Ждем встречи друг с другом. Поэтому будем стараться, чтобы в любом случае победить там. Ты в ЛОК не так долго, но тем не менее. Как ты думаешь, чем силен сегодняшний Локомотив прежде всего? Амбициями, наверное, потому что молодые футболисты, все хотят доказать, все хотят заслужить уважение клуба, болельщиков и всех остальных. Поэтому они рвутся в бой как никогда. Вот, скоростью, умом. То есть все ребята молодые, все умные. То есть именно по-футбольному умные. И это не может не радовать. Как ты правильно заметил, много молодых. Есть какая-то дистанция или ты на одной волне с молодежью? Слушай, я вообще не чувствую себя каким-то там стариком или еще что-то. Я в душе молодой парень. 30 лет – это даже не возраст, я бы так сказал. Он в Европе играет, до 37, никаких проблем нету. Поэтому у меня еще все впереди, и 30 лет – это только начало. Вот, браво, Ради. Хорошо. Ну, давай, не могу. Вот. Хорошо, выберу. Нет, кратай только.
хорошо. Здорово, приезжай. Чего? Типа не видели. А, вы про Ахмат говорите? Конечно. Сколько? Ну, 8.30 же играют, нет? Ну, а днем будет 36, а вечером там... 36? Днем, а вечером 20, 28, 25. Спокойно. Я говорю, там просто вообще-то там область, там марка.